Друзья, всем привет! Пришла мне вот такая вот посылочка очередная от Birkin. Я сам не знаю, что там. Давайте вместе все распакуем, посмотрим. Мне тоже стало интересно, что там внутри. Так, приступим. Первый лобби такой. Сколько там? Я сам не знаю, сколько. Что такое? Вот воблю послали. Такой. Еще один. Такая новая расцветочка. Что еще? Такой вот. Прислали. Такие. Две наклеечки. В общем, вот такой подарок прислал мне Birkin. Сейчас все откроем, посмотрим, что это такое вообще. Друзья, перед тем, как перейдем к обзору, хочу сообщить, что один из этих воблерочков мы разыграем. То есть я разыграю. Выступаем с таких воблеровчиков. Копия на Dual Realis Rosatis 63 мм. Birkin написано. Rosatis 63 мм. Слава мне вот такие вот трех расцветок. Такие две натуралочки. Спитка такая синяя, прозрачная. Поток у нее блестит. Ну и в арбузном цвете. Тройники, как всегда, отличные. Пальцем. О! Очень остро липнут. Наточены. Все, как вы видите, пролито. Сделан. Один у них шарик. Никакого дальнего заброса нету, но не нужен. Ловить будет форель, голавль, окунь. Посмотрим на воде, что еще поймается. Сейчас быстро взвесим и перейдем к другим воблерам. Так. Этот воблер весит 5,25, 5,31, 5,36. Почти все одинаково весят. Светится в ультравиолете. Арбуз светится. Дорога. Спинка светится синим. Тут ничто не светится. Следующий воблер вот такой вот, копия на Jackson Artist 80 FR, плавающий, с такими тройниками морскими, в принципе острые тройники, думаю, оставлю. Такие глазки. Интересной расцветки. Спинка такая вот розово-фиолетовая. Тут синяя головка. Так, себе переливается.
воблер тихий. Вообще никакого шарика там внутри. Тихий. Без этого воблера. Половина грамм. Думаю, для окуня, голавля, само то. Окунь или голавль. Ранней весной щука. Спинка светится. Приступим к следующему. Копия артист 105 миллиметров. Такой расцветки мне медведи подарили. Такое вот битое стекло переливается вообще. На солнце будет отлично переливаться. Тройники морские, острые. Все острое. В принципе, все проклеено так. Нормально. Такой один шарик там. В общем, тихо шумный воблер. Так, этот воблер в районах 16 граммов, 105 миллиметров и 16 грамм, тяжеловатый, надеюсь, будет далеко лететь. Лопатка. Приступим к следующему. Вот этот воблер на щуку, копия на Крэнкрафт. 128 Крэнкрафт Рест 128. В такой расцветке мне прислали. Тройники уже, как всегда, острые. Все так четко сделано, проклеено. Расцветка шикарная. Такая вот. Круто. Воблер шумный, с дальним забросом. Там таких три шарика, сейчас увидите. В следующей расцветке все видно, прозрачные. Диповый. Для моего водоема, не знаю, подходит или нет, но думаю, зимой на глубине можно пробовать в такой. Заглубление будет 2-3 метра, там где щука зимует, там будем пробовать зимой, может что-то поймаем. В такой расцветке следующий, как я и говорю, вот эти вот три шарика для дальнего заброса. Тут вот два еще, один такой побольше, другой поменьше. И хвости для балансира, для игры. Сделаны. Купать в ванной такой не стану. Просто испробую, как он тонет или плавающий. Такой интересной расцветки. Желтый, оранжевый. Сейчас вешаем. Тут они висят. 22,98. Ну, в общем, 23 грамма.
2280. В районе 23 грамма весит такой воблер. Светится в ультравиолете. Все тело светится. В таком цвете ничто не светится. Матовый. Под натуралку сделанный. Посмотрим. Щука ценит. И перейдем к последнему воблеру. Такой вот открывать мы не будем. Этот воблер разыгрываю в честь подписчиков, в честь 1000 подписчиков. Что надо сделать? Написать в комментарии: поздравляю там с 1000 подписчиками, и у вас есть шанс этот воблер выиграть. Или по-немецки, кто там с Германии не может на русском писать, просто напишите их «Gratulierde». Да, Зовенлихис. Я знаю, что комментариев много будет со всяких стран, и поэтому решил профильтрировать слово «поздравляю» там с 1000 подписчиками или типа «Gratulierde», типа того. В новом ролике я сообщу, кто победил. Вы должны подписаны на канал. Все, больше ничего не нужно. И написать комментарий. Обзор есть у меня на канале. Наверху будет подсказка. Так что всем не хвастаньтесь и смотрим. Смотрим дальше тест в воде, то есть ванны.
подведем итоги после купания. Вот этот вот воблер. Артист 80. Тонет как камень. Игра нормальная, но из этих занимает 4-е место по этим воблерам, которые мне прислали. То же самое, артист 105-й тонет. Тонет как камень. Быстро тонет. Игра про твичи, нормальная. 3-е место. Второе место. Вот этот воблер меня удивил. При поводке моем 40 сантиметров Хартмана медленно всплывает. Лучше так, чем тонет. Игра отличная, заводится быстро. Равномерки при твичи. Думаю, будет поздней осенью, зимой ловить в ямах. Вот этот вот маленький воблерок самый лучший из этих всех, отличился на твичи, на равномерки, очень-очень хорошо работает. Мне он понравился, будет ловить 100%. Маленький будет форель, голавль, окунь ловить. В общем, разыграем 2 воблера. Желаю победителю удачи. Мне самому интересно, кто это будет, счастливчик. Так что желаю всего хорошего, успехов, выигрышей. Ну и, конечно же, не забываем подписываться дальше. Я надеюсь, что розыгрыш будет еще. Не первый, не последний. Не знаю, когда, но будет. Всем не хвастаньши. До встречи.